совсем недавно. И я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Твиттере. Просто пример. И, значит, при регистрации там всегда задается вопрос, а что вам интересно? Что вам, так сказать, интересно? Что бы вы хотели смотреть, какую информацию получать? Ну, он там вставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Ну, вот именно в такой звери. Ему сразу же вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться, с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный.